Всем привет! У нас сегодня анонс новой женской парки, артикул 21802. Это отличная защита от непогоды, даже в самые низкие температуры. Парка подарит ощущение комфорта и тепла. Несколько карманов для хранения ваших вещей, эластичные манжеты. Все для комфорта и тепла. Она сделана из водоотталкивающего, ветрозащитного и дышащего материала Protex с коэффициентом 15 тысяч миллиметров. Это позволит вам вообще забыть о температуре за бортом, в смысле на улице. Если по-простому, это теплое зимнее пальто парка, куртка длиной, средняя длина 85-87 сантиметров, которая сделана из мембранной ткани, то есть это не промокает и не продувается. За счет этого это хорошо держит тепло. Значит, на морозе она ведет себя отлично, ничего не хрустит, не трескается. Вот как она была, так она и есть. 7 цветов. Есть как классические цвета, которые повторились. Это черный, бордовый. Это повторились цвета. И новые цвета. Сирень, горчица. Новый цвет красный. Специально вам повесил его рядом с бордовым. Такой темно-красный. Красивый цвет. Серый. В этом году женский с оттенками с черным. Раньше он был без черного, сейчас с черным. И вот такая вот интересная бирюза. Мята, бирюза. Интересный цвет. Значит, спина у нас такая чистая, ровная. Внутри у нас... Подождите, еще до внутренности не дошли. У нас магнитические магниты. 4 внешних теплых кармана. Обязательно они на флисе. Манжет регулируется липучкой. Здесь эластичные манжеты с отделением для большого пальца, чтобы ветер не задувал и рукава не задирались. Двойная молния, внутри микрофлис и фирменная меховушка AZT Fur. Множество карманов, съемный натуральный мех. Мех красивый, объемный, шикарный мех. 7 цветов, зимняя, теплая парка, минус 35 градусов, температурный режим. Только на azimutsport.ru, инстаграм и сайт.